Весь мир – чудо. В музейно-выставочном центре открылась необыкновенная выставка «100 чудес света». Здесь представлены снимки живой природы и самых удивительных и волнующих явлений на планете Земля. Проект привезли из Петербурга, и на суд ивановского зрителя он представлен впервые. Это одни из лучших фотографий, сделанные фотографами со всего мира в разных уголках нашей Земли. Выставка действительно интересна, она больше просветительская, потому что нечасто мы можем знать о каких-то чудесах света, которые вообще живут вокруг с нами, рядом с нами и за несколько тысяч километров. Соответственно, названию на экспозиции представлено ровно 100 фотографий. Все они уникальны. Здесь животный и растительный мир, достопримечательности самых разных уголков планеты, от Европы до Азии. Есть фотоработы, которые показывают национальные и культурные особенности экзотических стран. Интересный сюжет подводного мира и элементы макросъемки. Фотографы на это тратят очень много сил, времени, очень много выжидать необходимо для того, чтобы получились очень хорошие кадры. На снимках застыли животные, малыши, гепарды, лошади и птицы. Остановилось время на кадрах с пейзажами. Взрываются гейзеры, извергают лаву вулканы и бьются о берег морские волны. Фотоколлекцию собирали совместно с сообществом National Geographic. Лучшие фотографы планеты проводят месяцы в экспедициях и порой рискуют жизнью, чтобы сделать эти необыкновенные снимки. Неудивительно, что каждая фотография – настоящее чудо света. Выставку называют фестивалем культур, событием, которое объединяет людей, живущих в разных странах и говорящих на разных языках. География фотографий также широка, как и тематика. Германия, Великобритания, Франция, Вьетнам, Индонезия, Индия, Кувейт, Япония и многие другие страны. Впечатление море, поскольку все фотографии, которые здесь можно увидеть, необычные. Не всегда есть возможность у людей увидеть те или иные явления природы, а благодаря этой выставке, которая передает какие-то удивительные моменты в жизни окружающего нас мира, можно будет увидеть. Стоит только присмотреться к этим фотографиям, чтобы понять, какой большой и удивительный наш мир и как же много в нем чудес. Окунуться в яркие краски, отправиться в головокружительное путешествие могут все желающие. Выставка будет работать до 1 апреля. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.